Сегодня Американская киноакадемия назвала номинантов на премию «Оскар», на главную награду в категории «Лучший фильм». Претенденты, в общем, без сюрпризов. Как на «Золотой глобус» в этой категории номинированы «Богемская рапсодия», «Власть», «Зеленая книга», «Фаворитка», «Рома», «Звезда родилась», «Черная пантера» и «Черный клановец». Первый раз я вижу название этого фильма. Большое спасибо, дорогие редакторы. На награду в номинации «Лучший актер» претендуют Кристин Бейл и Брэдли Купер. Звание «Лучшая актриса» могут удостоиться Леди Гага и Гленн Клоуз. В списках, конечно, гораздо больше актеров, но именно этих исполнителей главных ролей считают безусловными фаворитами. Я напомню, в этом году церемония отказалась от ведущего «Оскара» после скандала с актером Кевином Хартом. Мы об этом очень подробно рассказывали несколько недель назад в сквозном эфире на RTVI. Кому интересно, пожалуйста, ищите на нашем сайте. О других номинациях и прогнозах поговорим с кинокритиком. Сейчас я уточню. Олегом Сулькиным. Олег с нами сейчас на связи. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Рад вас слышать и видеть. Я тоже рада вас видеть и слышать. Слушайте, ну вот лидер по числу номинаций на «Оскар» — это драма «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона. Фильм представлен в 10 категориях, в том числе как лучший фильм, лучшая режиссура и лучшая актриса. Вы, по-моему, как раз мне говорили в эфире, когда мы в прошлый раз с вами встречались, что «Рома» — это классное кино. Да, я ни в коей мере не изменяю свою точку зрения, подтверждаю, что да, «Рома» — это классное кино. И, кстати, столько же номинаций у другой классной картины «Фаворитка». Угу. То есть давайте сейчас подробнее объясним, почему «Рома» — это хорошо, потому что, насколько я понимаю, это почти артхаус, это черно-белое кино, не совсем для массового зрителя, это «Куарон». Да, то есть правильно ли понимаю, что киноакадемия пытается стать более интеллектуальной, что ли? Вы знаете, Катя, тут, мне кажется, не нужно из каждого эпизода делать глубокомысленные, долгоиграющие выводы. А к этому всегда тяга есть. Знаете, что-то есть. Но надо рассматривать просто в перспективе. Да, действительно, картина Куарона, «Рома» — это почти артхаусное кино или вообще без всяких «почти». Это интеллектуальный, эстетский, очень изощренный, красивый черно-белый фильм, который вызвал восторги в Венеции, где он получил главный приз. Это действительно замечательная картина. А то, что Академия киноискусства выделила этот фильм, ну что ж, хвала Академии, может быть, сказывается пополнение, которое поступило в Академию за последние годы. Там приняли сотни молодых людей, в том числе не только американцев. Так что эта картина и картина «Фаворитка», которая получила столько же номинаций, 10, это два очень необычных лидера сезона. И тут вы правы, какой-то есть в этом, может быть, крен в интеллектуализм, в такое кино для людей искушенных, как говорится, насмотренных. Дай это бог, мне эта тенденция очень нравится. Ну а о чем это кино, если попытаться обойтись без спойлеров, конечно? Что «Рома» нам рассказывает? О каких ценностях? «Рома» — это очень личный для Куарона фильм. Это фильм воспоминания о его детстве в Мехико, в районе Рома. И он вспоминает всякое, что там было. И волнения массовые, и историю вот этих девушек из индейской деревни, которые служат в этом зажиточном доме, ну, как говорится, на все руки мастерицами. Одна из них, кстати, номинирована на «Оскара», что вообще уникальная ситуация. Я не знаю, получит ли она это или вряд ли, но уже то, что актриса непрофессиональная получила такую большую честь, как номинация, говорит о многом. Кстати, и «Фаворитка» тоже артхаусное кино, по большому счету. Да, но смотрите, это же не американское кино. Это не американское кино, что тоже довольно-таки редко бывает, когда фильм
из категории лучший, иностранцев. Лучший, да? фильм на иностранном языке, мне казалось. Он, скорее всего, получит Куарон в этой категории. И это уже было бы замечательно. Но оказалось, что он интересен не только этим, но и по другим параметрам. И картина в этом смысле получает невиданную честь. Да, это поразительно. Мне казалось, что Американская киноакадемия вручает призы и награды только американским фильмам, собственно, да? А тут такое исключение сделано. Окей, картина-фаворитка, упомянутая вами уже неоднократно, она есть, например, в номинации «За роль второго плана». Сразу две, по-моему, актрисы, сыгравшие в этом фильме. Да, Эмма Стоун и Рэйчел Вайс, да, номинированные в категории «Лучшая актриса второго плана». И актриса, которая сейчас вот на экране в этом отрывке, да, вот она, это британская актриса Оливия или Октавия Колман, Колман ее фамилия. Вот она мало известна, но здесь она сыграла просто блестяще. Я думаю, что будет, она бы заслуженно получит, если дадут, конечно, Оскара за лучшую женскую роль. И, конечно, и Эмма Стоун и Рэйчел Вайс тоже хороши. И мне даже трудно кого-то из них выделить. Они обе в номинации есть. И если бы Академия когда-нибудь пошла на неслыханный шаг и дала бы премию поровну двум актрисам, я думаю, что в этом была бы высшая справедливость. Ах, ничего себе. А это, конечно, понятно, судя по костюмам, историческая драма, правильно? Да, это историческая драма начала 18 века в Англии, королева Анна. И две фаворитки, очень честолюбивые, хитрые и жестокие, ищут возможности как бы быть поближе к ее трону и, извините, постели. Там существует и эта эротическая тема. Ага. Так что эта картина тоже не впрямую исторический такой эпик. Это скорее такая ироническая, гротескная картина в стиле Питера Гринуэя. А еще больше она мне напоминает блестящий, гениальный совершенно фильм Стэнли Кубрика «Барри Линдон». Вот именно по этой иронической, тонкой интонации. Угу. На самом деле, вообще историзм, да, и исторические фильмы в этот раз вполне себе присутствуют. За 8 статуэток, насколько я знаю, поборется историческая драма «Власть». В частности, Кристиан Бейл как лучший актер. Вы видели этот фильм? Да, я видел этот и фильм. Как? Мне не нравится русский перевод. Картина называется «Вайс» по-английски. И «Вайс»... Ну, как вице-президент, да. Несколько значений, но «власть» не входит в это число. «Вайс» — это и порок, «Вайс» — это и вице-президент, так называют в устной речи вице-президента. Это и тиски еще, между прочим. Так что здесь все три значения в английском варианте обыгрывается. Мне понравилась эта картина. Я не в восторге от образа, который создает Кристиан Бейл. Почему? Потому что мне кажется, что Дик Чейни в каком-то отношении похитрее, поумнее, чем тот, которого показывает Адам Маккей, режиссер, и Кристиан Бейл. Вот. Но в Голливуде принято всегда восхищаться тем, когда актеров делают совершенно неузнаваемыми. Почему-то это вызывает огромный восторг. И в данном случае то, что Кристиан Бейл для роли Дика Чейни прибавил, вы видите, да, он стал таким очень упитанным и грузным, и на него каждый день, видимо, накладывали тонну грима, это всегда вызывает восторги и повышает шансы на Оскар. Ну а вот все-таки, Олег, главный вопрос – последний в этот раз. Давайте сделаем предсказание. Я помню, рассказывали мне, что вы вообще не любите прогнозировать, но как же вот я могу сейчас отпустить вас без этого вопроса? Вы знаете, лучший, да, фильм года. Соблазн огромный. Я каждый раз зарекаюсь не участвовать в этих игрищах по поводу, кто будет первым, кто вторым и третьим, а кто будет аутсайдером. Но действительно очень хочется как-то в этом поиграться в эту игру. Ну, Катя, тяжелое положение меня ставите. Очень трудно сказать. Вы понимаете, в этом году очень неоднозначные номинации. И соображения, например, политкорректности, о которых мы, кстати, говорили с вами
прошлый раз довольно много, они по-прежнему актуальны. Поэтому фильмы, например, на тему расового угнетения, расового равноправия могут быть поощрены не только за их художественные достоинства, но и за тему. Это тоже возможно. Поэтому шансы, например, Спайка Ли получить Оскара либо в категории «Лучший фильм», либо в категории «Лучший режиссер» очень высоки. Хотя я бы, если тут не надо смешивать, что будет и что я бы хотел, чтобы было, это две разные колонки, да, название фильма. Угу. Но если будут победителями «Рома» и в какой-то категории, например, «Фаворитка», то я буду очень доволен. И «Зеленая книга», по-моему, вам понравилась, если я правильно помню. «Зеленая книга» мне очень нравится. Меня тревожит то, что ее отодвигают на второй план все время. И критика заключается в основном в том, что это старомодное кино, которое как бы так поверхностно, популистски решает проблему расовые взаимоотношения в Америке. По-моему, это чепуха, и это надуманное обвинение, но, увы, оно сейчас очень активно обсуждается, в том числе и поборниками вот, равноправия афроамериканцев. Да. Кроме того, там какие-то выкапывают подробности неприятные по поводу Питера Фаррелли, режиссера этого фильма. Угу. Ему приходится оправдываться. Но я даже не хочу эту тему трогать, потому что это явный вброс с целью помешать шансам этого фильма. «Зеленая книга» — замечательная картина. Я ей аплодирую по-прежнему. Я пересмотрел еще раз ее и остался в том мнении, что это прекрасный фильм, который будет иметь долгую судьбу. Что ж, большое спасибо. Уже после вручения, надеюсь, с вами пообщаться о результате. Посмотрим, как это будет. Алекс Сулькин был с нами на прямой связи по скайпу, кинокритик. Благодарю вас за эту беседу.